Я поклялась Эсперансе остаться и защитить Ниньос. Но я давно не виделась с отцом. Он работал инженером Фиска. Может, он знает, как нам покинуть город. Сумеешь отыскать его? У него квартира в западном даунтауне. Сначала загляни туда. Я знал одного енота по имени Гектор. Он жил в переулке, рядом с моей квартирой. И однажды я нашел его кишки. Они были размазаны по стене. Думаю, его переехал мусоровоз. Гектор был жирноват. Наверное, он не смог быстро убежать из-под колес. Бедняга Гектор. Зря он так обжирался отходами. Ну, успокойся. Это был всего лишь енот. Извини, Катрина, мне это не нравится. Есть тут кто? Эй, Гектор! А, Фиско! Черт их дери! Нужно избавиться от роботов, Фиско! Ученичь! Ну хватит, роботы! Я хочу найти Гектора! Сестричка, тебя это не обрадует, но здесь, похоже, кто-то умер, а вместе с ним куча рыбы. О, нет! Мой отец обожал жареную рыбу. Он все время ел ее. Может, он пошел к Робби, моему брату. Мы с Робби поссорились. Это долгая история, он сам виноват. Нечего было оставлять Фейсбук залогиненным. Ну да черт с ним. Полагаю, в ночь ужаса он тусовался с ролевиками. С ролевиками, говоришь? Фаргартию!
Привет, сэр, капитан и командир 99 уровня. Ты Робби, да? Меня называют Сквайр Роберт. Ага, а ну-ка прекрати. Короче, твоя сестра ищет твоего папу Гектора. Не знаешь, где он может быть? Моя сестра? Это же жабаликая Туи еще жива? В общем, последние известия от моего отца указывало, что он странствовал к месту своей работы. На работу? То есть Фиско? Поистине. Ладно, спасибо. Почему опять рыба? Впрочем, она хоть приведет меня к Гектору. Привет! Вы Гектор? Си, да! Я уже несколько недель сижу в этой проклятой капсуле. Рыбы почти не осталось. В спасательной капсуле? Это часть плана эвакуации на случай конца света. Но трупов, видать, маловато, поэтому датчики не реагируют. Если я что-нибудь и умею делать хорошо, так это трупы. Итак, где же эти датчики? Начать резервное копирование данных. И датчики. А теперь убивать! Патроны кончаются! Датчик теряет интерес, если я долго никого не убиваю. Все тут сильно встревожены. К следующему датчику.
Двигайтесь для эффективного умерщвления. Нужно подойти ближе к датчику. Окей, трупов, похоже, достаточно. Интересно, что сейчас произойдет? Ух ты, отличный план побега, Фиска. Эй, ты нашел моего отца? Прости, Гектор теперь ночует на дне.